Российские дилеры Audi стали принимать заказы на электрический кроссовер e-tron. Стоимость модели начинается от 5 595 тысяч рублей. Автомобиль комплектуется двумя электромоторами и проезжает на одном заряде порядка 436 километров. Одобрение типа транспортного средства на Audi e-tron появилось в открытой базе Росстандарта еще в феврале этого года. Из документа следовало, что на российском рынке электромобиль предложат в единственной модификации 55 Quattro. Согласно ОТТС, передний электромотор выдает 192 лошадиные силы, задний — 234. Паспортная максимальная производительность электродвигателей 408 лошадиных сил и 664 ньютон-метра крутящего момента. Емкость тяговой батареи будет составлять 95 кВт-час. Запас хода на одном заряде 436 км. Audi e-tron способен ускоряться с места до первой сотни за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км в час. Автомобиль для нашего рынка будет иметь пневматическую подвеску, электрический полный привод Quattro и систему рекуперации энергии, обеспечивающую до 30% запаса хода. Audi e-tron можно заряжать в домашних условиях, либо с помощью станции с постоянным током мощностью до 150 кВт. Во втором случае заряд батареи можно пополнить всего за 30 минут. В стандартное оснащение кроссовера вошли 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, климат-контроль, цифровая панель приборов, электропривод крышки багажника, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, мультимедийный комплекс навигации, система удержания в полосе движения и зарядные кабели. Кроме того, для e-tron предлагают три стайлинг-пакета. Advance с подогревом передних сидений и руля, доводчиками дверей, водительским сиденьем с памятью настроек, камерой заднего вида и атмосферной подсветкой салона. Sport со спортивными передними креслами, матричной оптикой, акустикой Bang & Olufsen с 3D-звучанием и внешним S-лайном. Дизайн с более комфортными передними сиденьями, обитыми кожей Волкона, декоративными вставками под дерево, матричными фарами и 20-дюймовыми колесами особого дизайна. Вы смотрели видеоверсию сайта tarantas.news. До скорого!